Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, вы на канале Match.ru. Новый для России бренд Xenol, это Турция. Завод работает в Турции, в Стамбуле, с 2006 года. Так вот выглядят бочковые продукты, только заходит на рынок, на наш российский. Заводит сейчас только пока крупную тару, в крупной емкости, 220-литровые, вернее. Мне вот ребята дали посмотреть, что у них конкретно сейчас есть. Находятся они в Москве, в России еще никого не продают, поэтому планируют экспансию такую небольшую в этом году. Склад у них будет в Москве находиться. Бочки выглядят таким вот образом. Четырешки. Вообще завод блендерный, достаточно известный. Находится в Стамбуле, еще раз напомню. Они производят также еще масло, которое называется Ultra Oil. По таким брендам, это внутренний бренд турецкий, он в России не продается. Возможно, мы о нем расскажем. Всем пока.